Известный в городе врач-гинеколог Галина Блинова покончила с собой. Ее тело обнаружил муж. Трагедию обсуждали в социальных сетях, версии выдвигали самые разные. Утром женщина не вышла на работу, но звонки не отвечала. Тогда супруг поехал домой узнать, в чем дело. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, предсмертной записки не нашли. В настоящее время проводится Следственным комитетом проверка о причинах и тому подобное. Никто по данному факту не задерживался, уголовное дело не возбуждалось. Спокойная была неделя для сотрудников дорожной полиции. Произошло 4 ДТП с материальным ущербом и одно с пострадавшим. Водитель маршрутки резко затормозил на пешеходном переходе. 7-летний школьник, находившийся в салоне, получил травму. 13 ноября в 17:15 на улице Силкина, напротив дома номер 6, водитель 67-го года рождения, управляя автобусом «Фиат», который принадлежит одному из наших альтернативных перевозчиков пассажиров, во время движения при торможении допустил падение пассажира, несовершеннолетнего, 11 года рождения, который находился в автобусе на крайнем левом сидении. Мальчик ударился лицом о спинку переднего сидения. После осмотра врачами уехал домой. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.